В сухопутных войсках подвели итоги пилотного проекта по продвижению по служебной лестнице молодых и перспективных офицеров. Как показала практика, 90% курсантов, завершивших обучение в 2010 году, сегодня служат на должности командира роты. А особо отличившиеся выполняют обязанности командиров батальона. Такому стремительному карьерному росту молодые командиры обязаны именно проекту, цель которого – отобрать среди курсантов военных училищ явных лидеров, умеющих сплотить коллектив. Сегодня министр обороны Серик Ахметов на военной базе ОТАР лично оценил профессиональную подготовку вчерашних выпускников военных вузов. Выступая перед офицерами сухопутных войск, министр отметил, что в вооруженных силах принимаются все меры для формирования качественно нового офицерского корпуса и командных кадров. Сегодня командиры частей представляли лучших офицеров. Я считаю, что это хороший пример для подражания для всех молодых офицеров, для всех молодых военнослужащих. После распределения в части боевой готовности показатели данных курсантов продолжают отслеживаться, то есть продолжается мониторинг. И безусловно, это влияет на их дальнейшую службу, его карьеру, военную карьеру. Этот проект показал свою востребованность, и мы намерены продолжать использовать подобные примеры и методику, в том числе и в других видах и родах войск.